сожалению, сегодня мало кто из мусульман знает, что в мире ислама было такое уникальное рыцарское братство, как футува. Футува означает идеал справедливости, героической добродетели и преданного служения Аллаху. В основе духовного кодекса чести футува лежали четыре добродетели имама Али. Это прощение, когда есть возможность наказать, сохранение кротости и мягкости, когда находишься в ярости, пожелание благого собственным недругам, предпочтение помочь другим людям, а не самому себе, даже если сам находишься в нужде. Молодые мусульмане стремились иметь такие же доблестные качества. Они давали обет быть скромными, самоотверженными, преданными единому Аллаху, помогая нуждающимся людям. Рыцари братства Футува подавали пример щедрости, смирения и благочестия. Они всегда занимали самую активную жизненную позицию в обществе и часть своего дохода отдавали беднякам, сиротам, одиноким и путешественникам. Бескорыстно помогали людям осваивать необходимые им различные ремесла, всячески содействовали развитию общества. Таким образом, термин «футува» обозначал не просто организацию, а служение единому Аллаху. Люди, видя перед собой живой пример истинного мусульманина, благородного, храброго, справедливого и ликодушного, сами принимали ислам. Ведь футуват на самом деле это благородство, которое генетически заложено в каждом человеке.